Ну я убил ее. Я реально убил собаку. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега. Как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Всем приветики, омлетики. Сегодня мы играем в SCP Secret Laboratory за охранников комплекса. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня будем защищать комплекс. Серега, давай, сегодня ты у нас будешь полукомандиром. Давай, погнали. А чё уже тревога включена? Это все уже жопа всем? Да, это конец света, Дима. Апокасип все вонючий. Фига себе, ты серьезный. А зачем ты двери за собой всегда закрываешь? Ну, как бы, сотрудники комплекса вроде всегда закрывают за собой двери. Так. Мы ж не в трамвае находимся, Дим. Понял. Сюда. Я их еще... Так, нет. Что-то везде карта, да, так сгенерировалась? Тяжело найти выход. Я просто закрываю за собой двери, чтобы, правильно. Чтобы не запутаться. Откуда вышли, откуда пришли. Так, ну, что-то тут все тут... одинаково. Ну, вот тут по бокам, хотя... Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Что можем тут сделать? Че? А тут планшет, смотри, вставляешь сюда планшет, Дима? Я помню, ты улучшать. Можешь? У меня и так классно все есть. Коллиматор есть, глушитель есть. Четкая оружка у меня. Глушитель не стоит ставить, я кажется, думаю, Дима. Не, стоит. Не, у него а урон. У тебя, у твоего автомата урон будет пониженный. Нормально, я буду в голову стрелять, чтобы был повышенный. Ты дурак какой-то. Так, здесь у нас что? Ребята, заходите играть на наш сервер, называется dimas.tv, IP будет в описании. Так что заходите, записывайтесь с нами ролик и веселитесь. Отыгрывайте РП. Мне это очень игра нравится. Что никого нету. Игра бесплатная в стиме. Не теряемся. А у меня есть какая-то карточка серая. Она не... Доступ запрещен. Нет, она не для этого. Я знал. Видишь, тоже шаришь? Так, а куда нам? Охранники нам? Не знают, куда идти. Охранники изучают комплекс. Опа! Опа! Один из наших. Что это у него валяется? Светошумовая граната. Планшет. Автомат с перкой. Подожди, а что это я взял? Друга, что это такое? Это, по сути, ты берешь, связываешь своего противника, ну, дэшников. И конфискуешь у них все, что имеется. Карточки, оружие. Круто. SCP, даже вот эти артефакты всякие. Ты эту игру вообще хорошо знаешь? Именно вот эту вот игру SCP Secret Laboratory. Ну, я с ней познакомился не так, на самом деле, давно. 2020 в конце 19-го. Давай, проходи, какашка. А что мы... Нам что вообще надо сейчас делать? Вывести класс D? Ну, на F1. Наша задача обеспечить безопасность научных сотрудников. До прибытия подкрепления объединитесь с мобильной опергруппой для выполнения задачи. Тут SCP меня убил! Ё-моё, Серёга! Где? А вот там вот. Ну, Серёга! Меня тоже убил, Дима. Мы сейчас с тобой возродимся. Я, короче, поставил меньше время возрождения. Я даже ничего делать не буду, мы сейчас с тобой... Просто не, Серега, ничего не делай. Сейчас ровно минута, и мы возродимся с тобой. Давай пока понаблюдаем. За кем наблюдать будем? Кто тут у нас есть? За SCP вот этим. Давай. Блин, я ему снес пол хп. Ой, тьфу, 500 хп. Сейчас мы, Серега, с тобой пойдем. Сейчас мы с тобой их будем наказывать. Знаешь, в чем наш минус был? Нам да. Надо было светошумовую гранату кинуть одному человеку, и тогда мы бы больше хп снесли SCP. Я даже не ожидал, что там будет SCP. А серьезно, не ожидал. Че, убил? Вот псих. Так, сейчас еще чуть-чуть, ребята, мы уже появимся. Еще секунд 10, наверное. Так. Хай-хай. Всем привет. С вами... Жалби Хай. Чумной доктор. Два SCP-шки, да, ходят? Да, два SCP ходят.
Так, этот связывать. 49 и 900. Все, сейчас ребята уже должны появиться. А вот и спецназ прилетел. Ждем. А может и нет. Ты, Серег. Есть! Отлично, ребята! Дима, 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 Дима. А где ты? Они сейчас. Я вот тут прыгаю, ты где? Там все прыгают. Во, вижу, вижу, вижу. Погнали. Куда мы сейчас? Сейчас SCP полезу. Мы сейчас, короче, наша задача, давай почитаем нашу задачу, пока этот. Кадет элитного спецотряда, обеспечивающий безопасность фонда, ваша задача уничтожить всех объектов из цепи в повстанцах Хаоса и сотрудников класса, да, а также сопровождение научных в безопасную зону. Мы же должны всех замочить, кроме ученых? Да, ученых. Ученых мы не должны мочить. Офигеть, я это люблю. Мне это очень нравится, что мы должны всех замочить. Дима, ты где? Погнали. Я в лифт, я в лифт. Погнали, погнали. Круто. Сейчас, сейчас, я слышу выстрелы уже. У тебя есть чем кидать граната светошумовая, не? Нету. Блин, я уехал вниз, кто кнопку нажал? Это вызвали. А, вызвали? Ну тогда я сейчас с пацанами поеду. Заходим, заходим, пацаны, быстрее наверх. Отлично. Это все. Ребята, готовьтесь, там вверху очень творится мясо. А, внизу, а не вверху, мы ж вниз спускаемся. Мы не убьем их, Серега? Аккуратнее, Дима, аккуратнее, тут SCP где-то ходит. Понял, понял, понял. Смотри по сторонам. Ого, у него пушка. Это пылесос, Дима. Серега, как его заряжать? Он заряженный. Заряжен? Он заряжен. Здорово. Серега, куда стрелять? Подожди. Может, что, но, может надо мне идти сзади, чтобы меня первого не убили? Нет, смотри, дверь выломали. Ну да, значит там сюда. А ребята, сейчас будет что-то очень серьезное. Сейчас что-то будет. О, поговорить. Алло. Ребята, как дела? Прием. Блин, я сбросил, случайно было держать, да, кнопку? Да. Блин, я первый раз играл и говорил по интеркому. А ты знаешь, Дима, раньше можно было болтать хоть сколько угодно и... Те, кто пользовался этим микрофоном, они флудили там музыку. А не, я сделаю тоже у себя меньше времени, сделаю, допустим, 90, нет, не 120, 60 секунд, можно раз в минуту можно что-то трендануть. Вот аккуратнее, где ты SCP. Вот тут я прям чувствую, я чувствую жопу. А как этим оружием стрелять? Надо сначала правую кнопку зажать, да? Ой, не-не-не, не надо, Дим, не надо. Не-не-не, не стрельнул, не стрельнул. А я думал сразу нажимать, я получается правой как прицеливаться, нажимать и она держать. Она у тебя заряжается, она по сути у тебя заряжается. А где SCP, Серег? Я кажется скромненько слышал. Да? Пацаны, слышно кого-то? Не запомнишь, как прошлый Знаешь, раз? Где я тебя, Серега, жду? Там где две двери вот открываются одной кнопкой. Бегу, бегу, бегу. Давай, я не знаю просто куда дальше ты пошел. Вот вижу, вижу вес. О, Дима. Дима, Дима, Дима. Куда давай, идти? Где SCP-шек? Сюда, да. Влево ходили, направо не ходили. Да, честно, эту игру я боюсь тем, что когда ты один, 100% что тебя SCP убьет. Одному никак. Но мы не одни, у нас да, есть да, да. Люди. Так, Серега, что ты там делаешь? Я модификацию ставлю. Давай. Из цепи нету? Дима, повстанцы хаоса. Где? Сейчас появится. Хаос приехал. Это звук хаоса, да? Клапкети а или перестрелка, или что? Ну, вроде нет, еще не видно. Офигеть. Очень атмосферно. Куда идти, Серега, я не знаю. А ты куда делся? А я вот тут с толпой все стою. Мы чуть назад это... вернулись, а. Как раз где налево-направо поворачивать. А, вот. Да, все ты сюда пришли, и я их жду. Оборона Москвы начинается. Может пока пылесос не использовать или замочить всех их? Не, автомат лучше. Я беру автомат, ребята. Что? Наши, что наши, да? Нас много, Серега. Это здорово. О, сколько людей зашло на сервер, отлично. Да. Так что, ребята, заходите. Чем больше, тем интереснее будет. Тут уже положили всех. Скоро, скорее всего, я еще расширим слоты на 10 человек еще добавим. Можно, да. Тогда вообще будет весело, ребят. Ну хотя бы 30 заполнить, чтоб не зря. Да.
А, что, не успели, что ли? Кто не успел, тот опоздал. Лифт. Серега, я тебя жду, я тебя жду. Все наверх поднимаются. В лифт. Успели. Блин, да чем сразу нажимает кто-то, если не все зашли? Блин, нас так много, это так круто. У нас такая мощь. Именно мощь. Слышу выстрелы, Серега. Стрельба. Ну, тут, смотри, трупы подстанцев хаоса валяются. И кто, перемочили уже? Кто-то их уже замочил. Кто-то подкрепил. Вон, стрельба. Убежали. Я за ними. Никого нету. На лифте уехали, скорее всего. Где все? А ты где? Я на лифт. Ты где? Я тебя жду, Серега, без тебя не еду. Я бегу. Вот толпа, ты у толпы, да? Да, тут движ большой такой. Все, погнали. Иду. Теперь сидим, ждем. Ничего страшного. Убежали, да, получается? Вау, нас очень много. Чувствую мощь. Представь, вот открываешь, а тут наш противник один в лифте. Вот это бы его размазали бы. Или скромник. Да ты что, его жопа была бы. Ты что, столько стволов. О, видел кто там? Чумной доктор. Мы наверх едем. Выбегаем все. Не заходите. Сюда. Все сюда. Располагаемся полоской. Будем мочить его. Все встаем вдоль. Да он же сюда поедет. Он же не тупой. Приедет. Наверное, да. О, давайте мы типа этот, назовем, лифт вызовем туда вниз. Мы там Жеку отправили. Надо было бомбу такую. Можно флешку, пожалуйста? Можно флешку, пожалуйста? Я тебя люблю смотреть, ты лучший ютубер на свете. Спасибо. Все, все вместе, заваливаем в лифт и все вместе. Нет, стойте, не идите. Все вместе. Выйдите, пожалуйста. Господи. Да все, короче, ты залетаешь. Жопа ему, мочим все его. Так, что-то как-то плохо кинул, но... Во, они там бегают, собака и пёс. Вон они. Дима, собаку мочим. Ну, я убил её. Я реально убил собаку. Первый раз в жизни. Аптечка у меня есть. Я уже, ребята, научился играть. Блин, за охранника пока самого лучше мне играется. Дальше, там чумной доктор. Все за чумным доктором. Где-то тут он. Он свалил. Он как знал, что ему жопа. Короче... Сейчас чумного завалим, и мы победили. Да, ищем быстрее его. Где же он? Это Джопович. Альбертович. А может его убили уже? Да не, мы его нам точно сказали уже. Он живущий. Тю, блин. Дима. Это что? Эту запустили. Боеголовку. А что, нам жопа? Надо ее деактивировать. Бежим назад. Надо деактивировать, получается. А что, все умрем полностью или можно выжить? Да. Все умрем. Блин, жопа. А где ты? Я уже у лифта, Дим. Жди меня. Давай быстрее. Бегу со всей силы, Серега, ноги не казенные. Они кинули нас. Бегу, Серега. Ого, тут трупейшенов. А где ты? Я не вижу тебя. Не у того лифта, походу. А, я понял. Я вызвал. Нас тут трое, хоть не один, одному вообще стрёмно было бы. А я один, я тебя ждал. Я сейчас поднимаюсь наверх. А, кажись, чумной доктор наверху. Блин, меня убил повстанец хаоса. Ну, Серега, ну блин. Я не ожидал, что там в лифте будет какой-то чилипизрик. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Ну а мы победили.